ключ по мотивам книг Мика Инкпена. О, смотри. У меня есть еще из этой серии. Интересно, куда я его дел? В коробке с игрушками. Нет. В корзине? Странно. Где он был в последний раз? Даже не знаю. Наверное, ты положил его туда, где бы он не потерялся. Например, сюда. Нашла! Спасибо. Эй, я думал, что никогда его не найду. Я его давно потерял. А чего он? Сейчас увидишь. Пошли. Нет. 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 Она где-то здесь. Что? Коробка со старыми игрушками. Это? Нет, гораздо больше. Такого размера. Вот она. Заведи еще. Что это? Он может наклоняться. Для этого нужен ключ? Нет, просто нажми здесь. Я забыл про это. Что она делает? Готова? Можно мне попробовать? Да, конечно. Где кнопка? Спереди. А, да. Так, раз, два, три. Ой! Нашел! Помогите! Что случилось? Где ты? Здесь! Ха-ха! Что ты там делаешь? Жду, когда ты поможешь мне слезть. Иди сюда. Вот так. Что это? Заводная мышь. Ключ от нее. Зачем она нужна? Она ничего не умеет. Не то, что настоящая. Подожди. Ай! Ура! Зачем носиться по комнате и биться носом в стены? Вспомнил, она еще прыгала. Я прыгну выше. Не так, пошли, я покажу тебе. Готово? 3, 2, 1. Есть! Сделаем еще больше. Здорово. Я все равно быстрей. Ну, давай, догони. Ладно. На старт. Внимание. Марш! Победитель! Зато она не умеет делать так.
Смотри. Да-да! Конечно, не умеет. Это же игрушка. Нет. Надеюсь, она не сломалась. Все нормально. Не сломалась. Плохая игрушка. Ты не мышь, я мышь. О, странно. Где твой ключ? Здесь нет. Куда я его положил? Без ключа ты не нужна. Может, я забыл его где-то внизу? Без ключа ты не нужна. Меня не нужно заводить, чтобы я побежала. Быстрей, быстрей! Это мышь. Ты видел, что я делала? Пошли, я покажу. Заведи ее еще раз. Где ключ? Вот он. Давай, кипер, быстрей!